ну, там слушай, это у них всегда так, что ли? Волны такие брызжут. Жесть вообще. У них там раскопано что-то, сейчас все снимает. Это ж пипец какой-то. Катере покатались по Симферополю. Говорят, моря уже нет. А вот? Процесс в разгаре. С вами передача «Велобомжи». Кто-то скажет, тоже хайло, конечно, но намного уже меньше места занимают. Вот так вот. Дарья? Мы ведем свой репортаж со стоек регистрации багажа. Если сейчас будет перевес, нас заставят заплатить много-много денег. А он будет, сами видите, сколько.